я сделаю небольшой обзор буфета Royal Caribbean на лайнере Vision of the Seas. Начнем мы с Fresh Baked. Здесь выпечка. Выжимает, конечно. А здесь бар. Здесь можно купить напитки за отдельную плату. И вот это мороженое за отдельную плату. Но на корабле есть мороженое бесплатно. Так. Ну, также есть напитки, которые включены. Они вот в этой эре. Кофе, чай и какие-то напитки фруктовые, лимонад, сок, апельсиновый сок и яблочный сок сегодня. Так, и вот такие вот как бы островки, секции, которые все подписаны. Вот, например, фрукты и как это, сухие завтраки, cereals. Сухие завтраки, молочко отдельно, йогурты, приборы вот так завернуты, салфетки, здесь какие-то добавки к йогурту. Здесь то же самое, такой же. Такой же островок. Так, здесь островок более такой европейский, так скажем. Потому что австралийцы, например, на завтрак вот такое вообще не едят. Они не понимают, как это можно на завтрак есть. Тут нарезка мясная, рыбная, сырная нарезка. О, рикотта чиз. Я не видела рикотта чиз. Я позавтракала в другом кафе. Соляриум, и там только коттедж-чиз был. Коттедж-чиз я люблю, надо попробовать. Фрукты. И можно сделать салатик себе такой из овощей. Конечно же, красная рыбка, лосось обязательно всегда. Здесь, по-моему, точно такая, да, точно такой же остров. Повторяется, потому что народу много. Дальше вот такой островок здесь с яйцами, хэш-браун, рис, сосиски, помидоры, хэш-браун. Такая, такое мяско нарезается по кусочкам. Сконсы. Австралийцы любят сконсы с маслом, с кремом и с джемом. Здесь кашка. Она, нет, это подливка. Каша не здесь, это подливка. Да. И вот такая эрия, где можно заказать свежие яйца, омлет или глазунью, или поч-экс. Опять фрукт. Здесь вот пончики с корицей и с двумя разными джемами, ягодами. Пончики, кстати, неплохие, я один попробовала. Рис, обязательно фасоль, сконсы, фрукты. Здесь делают омлеты. Так, и вот такая вот эрия с нарезочками. Рис, яйца. И вот еще отдельно есть такая эрия, где можно сделать тосты и выбрать различную выпечку. Каждый день немножко меняется вариация. Различные джемы.
И вот такой прекрасный вид на океан.